Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Хочу показать вам обзор на данную модель, которая мне сегодня пришла. Бронеавтомобиль М4, перевозчик минометов 81-миллиметрового от фирмы Dragon. Что входит в данный набор? Сначала, конечно, впечатлила очень большая коробка. Коробка довольно-таки большая, широкая. Ну, как обычно у Дрэгона, красочный бокстар. Конечно, как начал подробно рассматривать, реально сделано круто, хорошее литье, хороший набор. В принципе, у Дрэгонов плохих наборов не бывало, если только самые ранние наборы. Данный набор 2007 года выпуска, поэтому литье тут на высоте. И как всегда, друзья, порадовало очень много деталей, которые останутся после сборки для на запас. Вот это очень порадовало. Сейчас отставлю коробочку в сторону и начнем рассматривать все подробно. Ну что, инструкция. Ну, в принципе, у Дрэгона она всегда такая, что нам дают данный набор. Синим цветом помечены детали, которые не будут задействоваться. Да, я хочу сказать, если найти инструкцию для зенитной версии этого данного бронеавтомобиля с пулеметами, то с этого набора можно создать не только минометовоз, а можно и еще пулеметную версию данного автомобиля собрать. Так как, ну, вы видите в обзоре, что даются и пулеметы в наборе, и запасные детали. Вот синим помечено детали, которые не будут задействованы. Ну, инструкция у Дрэгона, в принципе, как всегда, хорошая, понятная. Все крупно нарисовано. Надеюсь, в процессе сборки никаких проблем не возникнет. Ну, только что мне вот не нравится у Дрэгона, это вот схема окраски моделей. Как бы тут дано все, грубо говоря, схематично, однотонно. Если бы была цветная картинка, то было бы вообще классно, как это делают другие фирмы, например, та же Бронко. Ну, так, в принципе, хорошая, понятная, хорошо читаемая инструкция. Начнем с деталей. Вот этот набор я целлофан оставлю, чтобы все не растерялось. Сразу деталями даны звездочки. Вот это вот тоже мне очень понравилось в данном наборе. Подставка под миномет. Стеклянная. Литник со стеклянными деталями, с прозрачными. Декали. Ну, декали простенькие. Платка фототравления. Травленный. И металлический ствол миномета. Травления, как видите, мало. Как бы защита на фары. Решетка фар, бронелисты на защиту радиатора, на морду, ну и пару ремешочков. Как бы травления мало в данном наборе, но в принципе оно есть. Два литника с колесами и с гусеницами.
Также, вот, конечно, порадовало, особенно кто не любит собирать траки по отдельности, порадовало, что они сразу вылиты одной деталью. Литье безупречное, все красивенько. Вот. Все сделано довольно хорошо. Один, второй литник. Два одинаковых литника. Дальше идет вот такой литник. Ну, как можете рассмотреть, расшивка сделана очень хорошо. Клепку очень хорошо видно. Никакого облоя, никаких утяжен вообще не обнаружено в данном наборе. Ну, Dragon есть Dragon. Не зря он и стоит. Но качество, конечно, у него отличное. Как будет броневик в сборке, не знаю. Когда начну его делать, вы это все сами увидите. Я вам все расскажу, как он будет собираться. Следы от толкателей спрятаны внутрь. Вот такой литник. На литнике вот написано М4. Вот это вот под данную версию М4. Это для миномета заряды. Вот. А на других, в принципе, литниках написано, что это идет вот под бронеавтомобиль М2, М2А1. То есть, как я и говорил раньше, с этого набора можно собрать несколько вариантов при наличии инструкции. Хорошо видно. Все очень хорошо видно. Вот смотрите, вот шансовый инструмент. И там на платах еще будет много шансового инструмента, что тоже для нашего брата-моделиста хорошее подспорье. Особенно кто делает диорамы или конверсионные модели. Или сам делает модели из пластика. Всегда надо запасные детали. Рама вот дана одной деталью. Хорошо, что нет учленения по мелким деталям. Это тоже для ленивых моделистов очень хорошо. Ну вот, вот эта плата, в принципе, не плата, а литник. Вот этот литник, в принципе, здесь он и не используется для минометовоза. Это все под пулеметную версию практически тут пойдет. Тоже хороший литничок. Все. Хорошо сделано. Ну и вот, как я и говорил, друзья, вот две платы. Два литника с крупнокалиберными пулеметами. Вот пулеметы Браунинги 30-го калибра, это, наверное, 50-го калибра Браунинг. Тоже стволы все высверлены. Вот, и шансовый инструмент, опять же. На этом ли литнике и шансовые инструменты, пулеметы. И тем более пулеметы довольно-таки хорошего качества. Инструментик. Также два варианта бронерешетки. Один, как вы видите, можно делать с открытыми жалюзями, то есть из фототравления.
А можно использовать вот этот вариант, как бы с закрытыми жалюзями. И в наборе я не распечатывал этот пакет. Дан механик-водитель данного набора. Ну вот, друзья, набор состоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с 10 литников. Ну и здесь как бы такие мелкие. Ну вот, комрады, собрал в коробочку. Как говорится, собирать тяжелее, чем разбирать, пока все уложил на место. Ну и что хочу сказать в завершение. Рекомендую любителям бронетехники, особенно кто любит американскую технику делать. Набор хороший, очень понравился, ну, в плане осмотра. Насчет сборки увидим, посмотрим, как что будет собираться. Но в плане качества литья, в плане качества набора, наличие деталей, здесь написано 340 деталей для сборки данного автомобиля понадобится. То есть хорошее количество и деталей. Так что рекомендую, друзья, кто любит, покупайте, набор действительно хороший. Спасибо за просмотр. Спасибо, кто подписывается на мой канал, кто остается вместе со мной, кто смотрит и комментирует мои видео. За это вам большое спасибо, друзья. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всех благ вам, друзья. Всем благ вам и вашим близким.